Давайте нам. Давайте, сколько стоит? 120 рублей одна. А можно переводом, а? Можно любым способом. Да. Котлеты свежие. Котлетки свежие, да? Вот этот фарш. А что, без гарнира? Полуфабрикаты, фарш. Вот, вижу. Открывай. Так, давай, открывай. Это открывай, зеленый давай. Лук. Ой. А вот можешь, так. Галя, порезать сразу? Порезать. Тарелочки. Спасибо. Это тарелочки. Так, все, так, подождите. Давай я плачу сразу. Да подождите вы. У нас нет. Той женщины нет, когда такого человека обслуживают 54 года. Вы меня извините. Идите на летнюю точку, я не обвиняюсь. Галь, главное, чтобы не уехали без нас. Знаешь, что? Ой, я тебя на марке довезу до Ростыши. И будешь еще ждать. А сколько до Ростыши, Галь? На марте? Ну? 40 минут. Ну, нормально, можно и остаться. Значит, у вас 1200 котлеты, 150 капусты, 50 рублей масла и 50 рублей лук зеленый. 1550.